Работа рыбака всегда сложна. Тяжелая и трудная работа, и сильная, крепкая нужна рука, чтоб поднимать улов свой из-за борта, и на волне на лодке устоять, и выдержать в лице дожди и ветры. Не каждый может рыбу добывать, уйти от берега уйти за километры. Не с удочкой сидеть и отдыхать, идти до горизонта далеко, и нужно день рабочий отстоять. Поверьте, это очень нелегко. Бывает, нет улова, рыбы нет, но унывать им все же не с руки. И только в небе полыхнет рассвет, уходят в море снова рыбаки. Таких людей Иисус Христос призвал. Не спрашивал их Он, чей ты или кто ты. Он просто подошел к ним и позвал на труд духовный для своей работы. Размеренность нарушил Он у них, оставив лодки, сети и свой кров. Они пошли спасать людей других от заблуждения их и от грехов. Иисус Христос пришел однажды к нам, нарушив наш привычный образ жизни, и наше сердце, изменяя сам, путь указал нам к неземной отчизне. Он призывает следовать за Ним, потом Он нашу жизнь преображает, и, делая учеником Своим, Он нас на труд духовный призывает. Как прежде, мы не можем больше жить. Мы благодатью Божью спасены, мы в истине Его должны ходить, и в деле Божьем быть должны сильны. Нас от греха Спаситель искупил, нас одарил различными дарами. По мере данных нам на это сил, духовный труд должны нести мы с вами. Вы не пошли еще, чего стоим? Работа новая нас в жизни ждет. Бросайте сети, следуйте за Ним. Нас Бог ведет. Аминь.